эти комментарии под этим постом и вижу, как думает, так сказать, глубинный народ. Им нужен царь. Нахрен он мне нужен? Я никогда к нему не ходил, не встречал. Не надо мне, пожалуйста, это предъявлять. Не принимаю. Есть много логики, если по ней хорошо подумать. Можно мечтать о хороших выборах. Да это ж круто! Какие у нас классные ребята работают. Я уже, кажется, здесь был. Мне кажется, я могу сомневаться. Я реально прихерел. В общем-то, да. Ну, как это происходит, я не понимаю. У кого-то это щелкает, а у кого-то это не щелкает. Да никак не отношусь. Люди всегда склонны искать какие-то, так сказать, оправдания. Ну, вот какая разница? Ну, вот какая разница? Я не хочу с этим говном жить. Я ошибся. Я могу один раз ошибиться. Мне можно это простить? Ошибся, допустим. Давайте, прошу у всех прощения за эту фразу. Но это их выбор, и я не могу на них их осуждать. Ну, хотя осуждаю. Ну, так, не глубинно, но осуждаю. Кто-то намеренно избегает, кому-то это неинтересно. Вот мне неинтересно. Они уважаемые, они работали в прекрасном месте. Великая компания. Фредж, великий предприниматель. Я уважаю, что они делают. Но как бы я не понимаю, то есть я, во-первых, процессы эти многие не понимаю, вот, и поэтому я буду там выглядеть достаточно, мне кажется, глупо. А, я с ним не разговаривал после всего этого, не разговаривал. Я с ним говорил последний раз, да, мне было страшно, но я это сделал. В общем-то, да. Ну, как это происходит, я не понимаю. У кого-то это щелкает, а у кого-то это не щелкает. Люди всегда склонны искать какие-то, так сказать, оправдания. И, ну, да, конечно, мы знаем. Конечно, ну мы же знаем. Ну, они знают. Мне похуй. Я так чувствую. Я не могу молчать. Я не могу молчать. Понимаешь? Ну какая мне разница, 2 миллиарда за это получу или 100 миллионов, или 50? Ну вот какая разница? Ну вот какая разница? Я не хочу с этим говном жить просто, я хочу забыть и все, понимаешь? Не надо мне, пожалуйста, это предъявлять. Не принимаю. Есть много логики, если по ней хорошо подумать. Можно мечтать о хороших выборах. О честных выборах и о выборных. Можно мечтать. И я с вами вместе мечтаю. Ну давайте мечтать. Кто-то намеренно избегает, кому-то это неинтересно. Вот мне неинтересно. Потому что мне, например, неинтересен, чтобы что? Я этого не понимаю. Я реально прихерел. Брут, иди сюда. На. 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 Вот. Иди. Иди сюда. Иди ко мне, хороший. Ну чего ты? Иди. Иди ко мне, ты никого не боишься. Иди, бери. Повернись нам лицом. Это Брут. Скажи нам, 5 лет и 80 килограмм, да? Скоэль собак, это один, ты один и собак, это один, ты один и собак. Да иди нахуй! Ха-ха-ха-ха-ха, я пошутил. Я великий грешник и у всех прошу прощения. Простите меня все.